Поддержку пожилым и маломобильным гражданам оказывают волонтеры автономии в период пандемии коронавируса в рамках добровольческой акции «Мы вместе». Совместная программа Общероссийского народного фронта и организации «Волонтеры-медики» призвана объединить небезразличных граждан и оказать помощь нуждающимся. Для того, чтобы получить поддержку, достаточно обратиться по горячему телефону 8 800 234 11. Каждая заявка рассматривается и обслуживается. А помощь оказывается тем, кто особенно в ней нуждается. Это люди маломобильные, это люди пожилые, это те, у кого нет родственников, те, кто одинок. И заявки, которые к нам поступают, они чаще всего связаны с очень простыми вещами. Это либо лекарства, либо продукты. Стать волонтером может любой желающий. Для этого необходимо зарегистрироваться на интернет-площадке «Мы вместе 2020». Кроме выездных волонтеров, которые помогают обратившимся с доставкой продуктов питания и лекарств, занимаются добровольцы и другой деятельностью. Также мы набираем здесь же волонтеров штаба, которые отрабатывают заявки, да, принимают выездных волонтеров, проводят дополнительный, то есть инструктаж, обследование, и, то есть, отдают заявку, да, то есть, и отправляют, соответственно, да, на выезд. Сейчас в автономии вызвались помогать нуждающимся 11 человек. А учитывая распространение коронавируса и нерабочую неделю, число людей, решивших уйти на самоизоляцию, может возрасти. Поэтому того количества добровольцев, которое есть сейчас, может быть недостаточно. Андрей Кирюшин, Богдан Патрин, Новости 21.